Шансов больше всего. Ну, не знаю, Майк. Мы уже теряли там людей. Теряли людей? Кого? Когда? Да месяц назад Эванс и Торрес за припасами ходили. Я ж тебе говорил. Ни хрена ты мне не говорил! Я говорил. Мы пошли за ними, но вход завалило. Байки стояли снаружи, везде были фрики, не помнишь? Я даже не уверен, что они попали внутрь. В чем проблема? Мы тут... посмотрели те бумаги из Кэмп Шермана. Там есть шахта, которую собирались расширять. Конечно, и там наверняка осталась взрывчатка. Да. А теперь Шиза говорит, что мы уже потеряли в этой шахте двоих. Эй, нет, Майк, я не это сказал. Слушайте, я... Ну, давайте карту. Я заберу взрывчатку и поищу ваших людей. Эй, ты чё психуешь-то? Вот ты ему веришь, Майк, а я нет. Скажи, сколько Такер сейчас отстегивает за ящик динамита? Ты мне это прекрати, он дело делает. Правда? И какое дело? Херит нам договор с упокоителями? Берет Рики и едет тусоваться хрен знает где? Что он делает, а? А ты что делаешь, а? На жопе сидишь, пока все пашут. Я охраняю лагерь. От грабителей, воров и всяких намадов. Эй, а ну-ка хватит! Хватит! Вот что, не доверяешь? Пойдешь с ним. Но только помни, и ты тоже. Помните, мы тут все из одного лагеря. Ладно, как скажешь. Утром возьмем байки и поедем. Сейчас поедем. Сейчас? Да. Прямо сейчас посреди ночи? Ну да. Пока темно, будет меньше фриков внутри шахты. А, точно. Пока ты маялся дурью и гонялся за черными вертолетами, стал экспертом по фрикам. А что, надо быть экспертом, чтобы знать, что фрики выходят по ночам? Так, да? Ну все, ладно, прекратите. Ладно, ладно. Хочешь сейчас, поехали сейчас. Но карта будет у меня. Охренеть. Послушай, у него есть тараканы, но это как у любого из нас. Но он знает, что делает. Скажи это Торресу с Эвансом. Так это люди Майка оставили? Мои люди. Ну да. Торрес и Эванс. Они не намады, но водище все же выходили. Я думал справиться. Ошибся ты, походу. Дище давно поделено. Повсюду гребаные мародеры. Шиза, скажи-ка, а почему ты не забрал их добро, когда приходил сюда их искать? Потому что тут были фрики. Понял? Типа таких. Только их было больше. Идем. Вон там фаеры. Да. Дай ключи. Какие, эти, что ли? Да, давай сюда. Эй, 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 слушай, а давай ты лучше покажешь дорогу до сейфов, а я их открою. Возражения есть? Никаких. Только не потеряй. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Я очень постараюсь. Ты как, цел? Да нормально. Твою мать. Да, проскочили. Да. Ну все, назад пути нет. Пошли. Нам туда. Сюда. Что? Твои люди. Да. Торрес этот свой дурацкий жилет вообще не снимал. Говорил ему, такой ядреный цвет тебя однажды погубит. Так оно и вышло. Его друг потерял руку и умер. А Торрес неделю его ел. С тобой бывало такое? Есть грани, которые я еще не перешел. Я тоже. Отойди-ка. Фриком их не оставлю. Идем-ка на выход. Ага.
поляк. Пусто. Черт. О, а ты что, мне не веришь? Конечно, как себе. Идем. Может, все в одном месте сложили. Проверим второго. Сюда. А ну, кто здесь? Выходи! Покажись! Шиза, лучше убери пушку. Ты что, долбанулся? Не понимаешь, что ли? Один выстрел. Один. И все фрики из этих туннелей тут же нагрянут сюда к нам в гости. Ты же говорил, что ночью тут не будет никаких фриков. В него не попасть! Вот, сука! Эта тварь ключи утащила! Черт! Вроде это все. Кто-то говорил, ночью не будет. А я не говорил, что будет, если выстрелишь! А что мне было делать? Бросаться камнями? Что было делать, придурок? Меня слушать в другой раз! Бей этим. Как угодно. Спасибо, скажи. За что? Что спас тебе жизнь. Если бы ты не сбежал, спасать бы меня не пришлось. Мы дело-то закончим? Да, пора бы. Идем. Бинго. Покажи. А, неплохо. Старик будет очень доволен. А он тяжелый. Это как понимать? Ты знаешь, старика. Сам видишь. Давай вместе. Ну-ка. Спасибо. Он думает, что договор с упокоителями нас защитит. А по правде, срать им на этот договор. На нас они не нападают потому, что слишком заняты на севере. Копленд, Хот Спрингс. Знаю, я был там. Тогда сам понимаешь, они еще нагрянут. А наш Майк просто не станет им мешать. Позволит этим лысым недоделанным фрикам утопить нас всех в крови. Майк так не поступит. Думаешь? Давай. Эй, я что сказать хочу. Когда вы с Бухарем приехали в лагерь, и Майк вас принял с распростертыми объятиями, я думал, у него маразм, старик-то наш уже не тот. Ну и к чему ты клонишь? Я к тому, что мы с тобой друг друга поймем. Я это вижу. Ты сам знаешь, если Майк не опомнится, лагерь наш полгода не протянет. Я жду, когда ты перейдешь к сути. Слушай, я на тебя, конечно, наезжал. Что уж поделать. Но... все видят, что ты сделал для друга, что делаешь для лагеря. Скоро все изменится. Когда Майк, скажем, пойдет отдыхать, мы с тобой станем править лагерем вместе. Мы с тобой правим лагерем. Значит, вот к чему ты ведёшь. Да ты слушай, придурок! Слушай внимательно. Ага. У меня много друзей в совете лагеря, и они согласны. Готовы отправить старика на покой. Ни хрена, Рики никогда на это не купится. Да он рохля, как и старик. Железный Майк тебе доверяет. И это ошибка. Одна из многих. Которую я не допущу. Да, я понимаю, что мы все хотим выжить. Конечно. Но есть грани, которых я еще не перешел. Например, ударить друга в спину. Одна из них. Лучше уж старика, чем весь гребаный лагерь. Ты подумай об этом. Где Бухарь? Я не знаю. В смысле не знаешь? Он был с тобой. Ну, было, потом свалил куда-то. Хрен его знает. Шиза, ты чё мне втираешь, а? Отвали! Слушай, он взял бутылку виски и сказал, что идет домой. И все.
И ты его даже не остановил, вот ублюдок. Эй, мы пытались, но иногда человека надо отпустить. Надо понимать, когда он спекся. Не поздновато гулять? Дик, как дела, приятель? Ты далеко собрался? Домой. Чего непонятно? Но мы не можем сейчас вернуться на гору Али. Да пошел ты нахер со своей горой, я иду в Фервал. Короче, все, пошли. Не, братан, давай-ка не нравайся. Хочешь мне врезать? Тогда давай, вставай в очередь вот за этими. Налетай! Ну что, это все? Значит, давай, мы сдохнем вот так. Да, сейчас разбежался. Ну, Бухарь, а? Бра. Помнишь? Когда погибла твоя жена, что я тебе сказал, Мэджо? Что я тебе сказал? Ты сидел с полупустым ящиком вискаря и собирался убиться до смерти. Что я тебе тогда сказал? Ты взял бутылку и выпил залпом, она была полная. Сказал, что если уж упиваться насмерть, то ни в одно рыло. Так будет по-братски. Ну так что, Бухарь? Это все? Мы сдохнем вот так? Хрен с ним, погнали отсюда. Эй, Рики, я... У меня к тебе просьба. Ага, какая? Насчет руки Бухаря. Ты вот крюк сделала, и он классный. Но было бы очень круто, типа, вместо крюка... Ну, не знаю, прикрепить нож. Ну, короче, клинок, понимаешь? Ого, но... погоди. Помоги. Спасибо. Ну так. Ага, я извиняюсь. Ну, ты хочешь, чтобы я сделала протез с клинком для Бухаря? Ну да, вдруг понравится, почувствовать себя, ну. Типа как боевой робот. Ну, не то чтобы прям как... Да ладно, я стебусь. Это крутая идея. Гляну, что у меня есть, и скажу тебе, что мне нужно. Идет? Идет. Супер. Вставляй прямо. Ладно. Вот сюда. Ладно, поняла. Сейчас закреплю, ага. Так лучше. Вот так. Эй, брат, глянь, что она сделала. Новая игрушка. Ну, придумал ты. Это реально круто, Бухарь. Эй, я теперь прямо, прямо как мушкетер. Защищайся, самый покоритель. Ну вот этого, наверное, делать не стоило. Ну да. Сент-Джон, слышишь? Это Брайан. Сейчас. Мне надоело бегать по твоим поручениям. Ты узнал или нет? Ну так выкладывай. У меня к тебе еще всего одна просьба. Ты что, не слышал, что я сказал? С меня хватит. Одна просьба, потом встретимся с глазу на глаз, и я все покажу. Забудь. Сара Эрен. У нее было второе имя, так? Сара Эрен. Вот это я. Так указано в ее личном деле. Одна просьба. Всего одна просьба. Координаты выслал. Конец связи. Привет. Привет. Торопишься куда-то? Да. Помнишь, я говорил тебе про того гада из Нэр, у Брайана? Он что-то выяснил, но сперва у него, конечно же, еще всего одна просьба. Удачи. Поехали со мной. Я? Да, ну. Меня ж на огород послали. Выращивать странную траву всем на гору. Это подождет. Я потом тебя подброшу. Давно ты видел вертолет? Скажу, ты выкрутил мне руку.
Хорошая шутка, я оценил. Ты слышал, что было по рации? Ну да, слышал. Наши налоги идут на собирание дерьма фриканов. Да, я и говорю, хер знает, что эти гады там мутят. У них наверняка должна быть где-то база. Не просёк, где они? Они всегда уходят на юг и скрываются за горами. По трассе ходу нет, так что не подберешься. От сволочи. Вот уж у кого явно совесть нечиста. Да. Ну? Блин, да что ж ты все подкрадываешься? Что узнал? Итак, я сейчас тебе все расскажу, но новости плохие. Я нашел человека, он покопался в файлах, которые мы, они хранили, ну, пока еще что-то фиксировалось. Я понял, дальше. В общем, Сара Уитакер, твоя жена, поступила в полевой госпиталь в Солончаках Силвер Лейк. Там ее 6 часов оперировали, а потом... Значит, она выжила. Рана была не смертельная. Да, да. Судя по данным в архиве, она полностью восстановилась, и ее перевели в другой лагерь, на окраине Чемуки. То есть она... Она может быть жива. Так значит, она сейчас может быть где-то... Нет. В каком смысле нет? Лагерь уничтожен. Все было уничтожено. Никто не выжил. Но ты выжил. И они выжили. Ну, слушай, никто не смог бы спасти тот лагерь. Это трасса 97 была и остается артерией. Зараженные фрики ломанулись толпой из Лос-Анджелеса и пригородов из Сакраменто. Их были тысячи, много тысяч. Мы ничего не могли сделать. Вы свалили. А кого вы взяли с собой? Персонал Неро, федералов, людей с правом доступа. Персонал Неро? Это типа солдат, что ли? Тех, которые должны были защищать гражданских? Нет, ничего не сделать. Да, да, я хорошо знаю, что такое мерда. Мы ничего не могли сделать. Знаешь, что вы могли? Могли взять с собой кого-нибудь, могли спасти хоть кого-то. Да у нас вообще не было времени, не было места. Да они и так все между собой передрались. Я все понял. Очень тебе сочувствую. Да я, в общем, всем нам сочувствую. Но ты сам подумай. Если бы ты тогда не посадил ее в вертолет, она бы умерла в считанные часы. Ты все правильно сделал. А если бы ты остался рядом, ты бы просто погиб вместе с ней, да и все. Ты думаешь, я этого не знаю? О, Брайан. Спасибо тебе, что спас ее тогда. Ну, здрасте. Бухарь! Бухарь! Ну, твою мать, где ж тебя носит, придурок? А, черт.